Добрый вечер, дорогие друзья. Телеканал ТВ6 Москва предлагает вашему вниманию матч баскетбольной Евролиги второго этапа. Первые два очка динамовцам сейчас приносит их капитан Олег Мелещенко. Итак, начался второй этап первого сезона баскетбольной Евролиги. Сегодня московские динамовцы принимают безусловного фаворита Евролиги, греческий Панатинаикос, клуб номер один в Европе по итогам прошлого сезона. Сегодня вместе со мной об этой игре вам расскажет комментатор Владимир Гомельский и я, комментатор телеканала ТВ6 Москва, Алексей Ефимов. Добрый вечер. Вы видели сейчас на своих экранах, как неудачно распорядился мячом в нападении нападающей греческой команды Эконому. И атака динамовцев, и я вам пока их представлю, с мячом Павел Астайхов. Это он через Динкинса атакует, и точно. Кроме него на площадке еще 11 номер Игорь Грачев, 9 номер Максим Останин, 14 Виталий Носов и Олег Мелещенко, который мой коллега уже назвал. Ну, а теперь состав греков. Зеленая форма, пожалуйста. Итак, у Панатинаикоса сейчас следующее сочетание на площадке. Фрагискас Алвертис, номер 4. Михаил Кох, номер 6. Капитан команды Никос Эконому, номер 8. Байрон Динкинс, номер 9. И Джон Амаичи, номер 15. Сейчас с мячом Байрон Динкинс. Он отдает мяч. Трехочковый бросок, неточный трехочковый бросок в исполнении Алвертиса. И динамовцы подбирают мяч. Удачная контратака. Сейчас мяч у капитана Мелещенко. Сумел все-таки Олег удержать мяч в руках, но его передача Носову была явно неточная. А вот Байрон Динкинс, конечно, на скорости мячом распорядился гораздо лучше, чем Олег. И это Джон Амаечи забил мяч в кольцо соперников. 4-2 в пользу динамовцев. Мы не представили еще судей. В поле эту встречу обслуживают арбитры ФИБА Веслав Жих из Польши и Сильвестр Сечи из Венгрии. А комиссаром матча является Алоис Цайзель, тоже международный арбитр из Братиславы, из Словакии. Сейчас игра остановлена. Мяч у греческого Панатинаикоса. Что и говорить, сегодня большой, если можно так выразиться, греческий день для нашего отечественного баскетбола. Московские динамовцы здесь у себя дома на улице Лавочкина во дворце спорта «Динамо» принимают греческий Панатинаикос. А московские армейцы сегодня в Афинах померятся силами в очередной раз со своим извечным соперником Олимпиакосом. И за тем и за другим поединком, естественно, мы будем следить с волнением и интересом. А сейчас, внимание, вновь атаковал Панатинаикос. Аут. Очень неплохо динамовцы вот подряд третью атаку, и исключая ту атаку, которую завершила Маечи броском сверху, прилично отыгрывают в защите, не дают свободно атаковать. И сейчас бросок бросок Эконому был через руку Максима Останина, но точно, еще сравнялся 4-4. И Олег Мелещенко показывает, что вторую комбинацию в позиционной атаке будут выполнять динамовцы. Это Грачев с мячом. Один на один через Динкинса. Зря столько вложил силы в это движение на кольцо. Можно было сразу атаковать. Ведь рост Грачева 2-1, а у Динкинса всего 183 сантиметра. Да и вообще по баскетбольным меркам Динкинс просто легковес. Он не весит 75 килограммов. Сегодня хорошая поддержка у московских динамовцев. Большая торсида собралась на трибунах Дворца спорта «Динамо». А я видел уже как ни один и не два раза главный наставник Панатинаикоса Божидар Малкович, хорошо известный, я уверен, нашим любителям баскетбола, сигнализировал судье, умоляя его дать фол нападения московским динамовцам. Вот его мольбы, в конце концов, успехом увенчались. А сейчас у греческих баскетболистов есть шанс выйти вперед. Это Кох выносит мяч из-за лицевой линии. Помог ему Алвертис. Напомню, что Фрагискас Алвертис в свое время играл за сборную Греции до 93-го года. Ну а сейчас иногда привлекается, иногда нет. Зато Эконому всегда в составе, причем в стартовом составе сборной своей страны. Очень сейчас сложно было провести бросок четвертому номеру Панатинаикоса Алвертису. Но, тем не менее, этот бросок был точен. И Панатинаикос повел 6-4. Почти 4 минуты сыграли команды в первом тайме. Сейчас бросок Мелещенко, точный бросок, 3 очка, и «Динамо» выходит вперед, 7-6. На телеканале ТВ6 Москва вы смотрите матч второго этапа баскетбольной Евролиги. «Динамо» Москва, Панатинаикос, Греция. Сейчас 7-6 впереди московское «Динамо», сыграно в первом тайме 3,5 минуты. К сожалению, в этой атаке Амаечи оказался поудачливее и похитрее, чем наш Виталик Носов. У Носова первый фол. А вообще, пока Амаечи будет пробивать штрафные броски, мне бы хотелось поговорить на тему интернационализма в греческом баскетболе. Пожалуй, ни одна другая команда
из всех 24, которые все еще продолжают борьбу в Евролиге, не имеет столько иностранцев в своем составе, сколько афинский Панатинаикос. А Маечи англичанин, который имеет опыт игры в Национальной баскетбольной ассоциации. Кох немец, Динкинс американец по паспорту. А еще аргентинец Марсело Никола, правда натурализовавшийся в Испании. Фернандо Мартинес тоже испанец, им можно играть по делу Босмана, по футбольному делу, который теперь находит отголоски и в баскетболе. И, наконец, в составе Панатинаикоса первый раз приехал дозаявленный в декабре месяце наш хороший знакомый Джулиус Нвосу. Надеюсь, он еще выйдет на площадку, и мы посмотрим, в какой он форме. Надо сказать, очень тепло. Болельщики приветствовали появление вообще даже во дворце спорта «Динамо» Джулиуса Нвоса. Его здесь помнят, любят, относятся к нему очень тепло. Даже несмотря на то, что сегодня, увы, он выступает не за российскую команду. Тем не менее, его очень тепло здесь приняли. А тем временем счет равный 7-7. «Динамо» Панатинаикос, матч баскетбольной Евролиги 7-7. И сыграно в первом тайме 4,5 минуты. Астахов сейчас отдал мяч капитану команды Мелещенко. И очередная комбинация бело-голубых. Грачев с мячом. Много двигаются и Мелещенко, и Астахов, предлагая себя. Но вот Олега нашли в углу площадки. Бросок не точен. И вновь в тяжелой ситуации Динкинс отдал хорошую передачу Алвертису. Быстрая атака не получилась. Очень часто оставляют Амаечи один на один с Носовым. И тот нашего Виталика обыгрывает за счет преимущества в весе. Наверное, у Амаечи килограмм 120, если не больше веса. А у Виталика всего 105. Масса в трехсекундной зоне имеет значение, вы это сейчас видели. Атака динамовцев. Астахов едва не упустил этот мяч за лицевую линию. Полукрюк Виталика Носова. Хорошо, когда центровой так агрессивен в нападении. И достойный ответ на очень активные действия Маечи в начале первого тайма. Ну да, из 9 очков этот центровой набрал уже 5 из 9 очков, набранных командой. Кох с мячом. Мелещенко знает, что Кох снайпер и может атаковать очень издалека. Держит его плотно. Пока Динкинс не спешит брать игру на себя. А вот наоборот, Никосу Эконому вполне удался сейчас бросок. 11-9 впереди греческий Панатинаикос. 14 минут ровно остается до конца первого тайма. С мячом Максим Останин. И вновь Олег от Коха, Мелещенко от Коха оторвался. Создал вот эту остроту в трехсекундной зоне. К сожалению, Максим Останин очень переживает свои промахи в защите. Поэтому и в нападении не точен. Коха упустили. Но первый бросок немецкого легионера не точен. А вот здесь все было неправильно. Подбор проиграли Алвертису. Редкий случай, когда Алверти забирает мяч на чужом щите. Атаковал он точно, да еще и фол Носову. И сейчас минутный перерыв команды «Динамо», а у греческого Панатинаикоса в игру сейчас вступит наконец-то Джулиус Нвоса, номер 14. Вы видите его сейчас на ваших экранах, дорогие болельщики. И сейчас мы сможем увидеть, каков в деле на сегодняшний момент времени в составе знаменитого Панатинаикоса Джулиус Нвосу. В начале сезона Национальной баскетбольной ассоциации Нвосу провел 7 игр за знаменитую команду, за клуб из Бостона, за Celtics. И несколько, с моей точки зрения, ну, во всяком случае, по статистике, я же не видел этих игр, провел успешно. Однако все-таки контракт с ним был заключен временный, и через полтора месяца после начала чемпионата НБА он был отправлен в освояси. Сергей Зазулин, ему есть чего сейчас сказать команде. Вообще всегда есть, что тренеру сказать, но я думаю, что он не очень доволен тем, как опекают своих подопечных нападающие Останин и Грачев. Все-таки и Алвертис, и Эконому отметились по два раза уже точными бросками. А сейчас вновь мяч у Динкинса и вновь Панатинаикос в атаке. Вышел еще один игрок, защитник у Панатинаикоса под 11 номером, Хугас Коначини. Очень здорово убрал мяч от защитников Нвосу, но не забил. А Алвертис опять остался под нашим щитом один. И что, осталось только нарушить правила. Грачев получил фол. Алвертис вновь будет пробивать штрафные броски. А тут я погорячился. Это был не Алвертис, а Эконому. Да, он сейчас на ваших экранах, а я
Вот сейчас это не видно вам, дорогие телезрители, но я бы хотел отметить, как эмоционально ведет себя во время матча Божидар Малкович. И это не только эмоции, это еще, безусловно, некий тактический прием. Его авторитет в европейском, во всяком случае, баскетболе общеизвестен. И он может повлиять, если не на ход игры, то и на некоторые решения арбитров на площадке. И не раз и не два, наверняка, это сегодня поможет его команде. Тем временем Эконома точно пробивает два штрафных. Только один, очка. Первый только промахнулся. Один. И 28-23 Панатинайкос впереди. Сканачини. Ну, молодость, 22 года этому игроку. Конечно, перспективный, я понимаю, что и высокая скоростная техника, очень высокого уровня скоростная техника. Но для игры вот такой команды, как Панатинайкос, он еще недостаточно надежен. А желание отобрать мяч на ведение у такого дриблера, как Мелещенко, наказывается. Из-под кольца промахнулся Останин, но Виталий Носов... Здорово, Виталика, получается вот туда пролезать, проползать, как уж под кольцо, и оказываться в позиции, когда можно выиграть отскок. Он один из лучших в Евролиге сейчас по борьбе под щитами. Вот Сканачини с мячом, а Маечи себя уже давно предлагает, а передача последовала, с моей точки зрения, поздно. Господи, какая как же досада. Да. Не ногами мяч в баскетболе ловит, а руками. Был хороший шанс для контратаки, но Останин, вы видите, получился некий кордебалет, к сожалению. И сейчас греки вновь с мячом. Динкинс на Эконому, Грачев, и его подстраховывает Носов. 23 года, а уже какой опыт. Он же уже 4 года играет за сборную и за клуб всегда. Как он нашел сейчас передачей о Маечи под кольцом? Это я комплимент Эконому сделал. По баскетбольному эта передача была из категории высшей сложности. Тем временем Динкинс спалил сейчас на все том же Максиме Останине, у которого есть шанс как бы реабилитироваться за то, что... За то маленькое недоразумение, которое случилось несколькими минутами раньше. 6 минут 31 секунда осталось до конца первого тайма. На телеканале ТВ6 Москва. Матч второго этапа баскетбольной Евролиги. Динамо Москва, Панатинайкос Греция. 25-30. Пока динамовцы на 5 очков отстают от греческого суперклуба. Виталий Носов ищет партнера. Пас на капитана команды Мелещенко. Ну, вот теперь видно, что Малкович выпустил Сканачини на площадку только для того, чтобы нормально защищался кто-то против Мелещенко. Поэтому Сканачини столь агрессивен. Тут я опять должен похвалить Носова и поругать Грачева. Такие мячи нужно забивать с первой попытки. Хорошо, что хорошо кончается. Счет на ваших экранах. Вновь потрясенный Божидар Малкович сорвался со скамейки, удивленно развел руками. Как можно позволить так действовать своим визави? Упрекнул он сейчас подопечных своих. И пол в нападении. Эконому, сейчас не выигрывая позицию у Грачева, решил оттолкнуть его рукой, и арбитр это вовремя заметил. Обычно эти все маленькие баскетбольные хитрости под щитом ускользают от внимания арбитров. Ну, к квалификации Жиха никаких претензий нет, он один из лучших арбитров на нашем континенте. А вот венгерский судья, я прошу прощения, словацкий судья, это новичок. Блестяще, Виталий Носов, великолепно. Великолепно. Казалось бы, такой прекрасный щит должен быть у Панатинайкоса. И вновь находит лазейку для точного завершающего броска под кольцом Виталий. Блестяще. И разрыв стал сократился до минимального. 29-30 всего за 5 минут и 17 секунд до конца первого тайма. Первый блокшот Носова в сегодняшней встрече. И четверо против двоих динамовцев в быстрой атаке. Очень важная в психологическом плане атака, которую удачно завершает Максим Останин. 31-30. 4 минуты и 6 секунд до конца первого тайма. Пока 33-32 впереди Панатинайкос. 34-32. Грачев с мячом. Против него Сканачини. И понятно, что дриблинг начинать неудобно. Это наказание Алвертису за небрежность. Дважды издали мазал Останин уже в этом матче, в этом тайме. И Алвертис позволил ему бросить практически без помех. Повтор этого момента только что был на ваших экранах. А сейчас уже в атаке греческие баскетболисты с отклонением. Очень сложный бросок, тем не менее, точно исполнился тот же Алвертис. 11 очков на его счету. Он самый результативный у греков.
Но это уже было, пожалуй, Максим чересчур, хотя фол заработан на этом. Это по-мужски, я бы хотел похвалить. Он хотел забить мяч и получить фол. К сожалению, забить мяч не удалось, но фол-то, и вы видели, как Алвертис притопнул ногой, что он никак не доставал. Вот этот момент на повторе. Не дотягивался. Это несмотря на то, что Максим двумя руками несет мяч, а Алвертис выпрыгивает с одной ноги и вытягивается к мячу одной рукой. 7 очков Максим уже забил в этом матче. Правда, процент невысокий. Статистика только что была на ваших экранах. Итак, сейчас у динамовцев есть возможность выйти вперед. Сейчас счет уже равный. 36-36. И еще один штрафной бросок в исполнении Максима Останина. И еще за один момент хочется похвалить динамовцев, что для них совершенно было не характерно в предыдущих играх Евролиги. Соперник набрал больше командных замечаний, завершил больше фолов, чем динамовцы. 9 у греческого клуба и 8 у нас. Абсолютно справедливо, тем более, как вы помните, если вы следите за нашими трансляциями, раньше у динамовцев была очень грустная статистика по фолам к завершению первого тайма. Сейчас Ольбрехт с мячом. Неточен бросок со средней дистанции, к сожалению. Некоторое замешательство и паника и в рядах Панатинаикоса. Но, тем не менее, за 3 минуты до конца первого тайма 38-37 впереди греческий клуб. И сейчас очень интересная ситуация. Смотрите, 15 секунд на атаку у Панатинаикоса. Не каждый раз попадает Амаечи. А я хочу сказать, что вот не останавливается игра. А в столкновении со Сканачини Динкинс, похоже, получил травму, он хромает. Тем не менее, вот сейчас мы видим дриблинг в его исполнении. Он посматривает то ли на арбитра, то ли... В основном на время. Ну, впрочем, здесь табло-то по всей площадке. В общем, остается только гадать, куда на самом деле посмотрел Динкинс. А тем не менее, Панатинаикос продолжает атаку. Очень удачный подбор под щитом и контратака 2 в 1. И... сверху Паша Астахов великолепно завершает атаку. А Божидар Малкович попросил минутный перерыв. 39-38 впереди московские динамовцы. За 2 минуты и 5 секунд до конца первого тайма. Концовка тайма важна психологически. Малкович не хочет, чтобы его команда уступила в концовке. А, видимо, почувствовал, что у динамовцев опять этот взрыв, который может позволить ему убежать в счете. Поэтому не стал беречь тайм-аут на последние секунды тайма. Первый фол, к сожалению, у Павла Астахова. Сейчас тот минутный перерыв, который попросил Малкович, будет им использован за минуту 58 до конца первого тайма. А нам можно уже подвести некоторые итоги первой половины этой игры. Я бы вообще хотел сказать о положении в группе. Все-таки это первый тур в группе «Ж», в которой 3 лучшие команды из группы С и 3 худшие из группы Д. Так вот, в этой группе уже состоялось 2 матча. Мы знаем 2 результата. Каха Сан-Фернандо, испанский клуб, с преимуществом в 4 очка победил Олимпию из Любляны. А 2 французских клуба встречались между собой, Пуартес и Вильербан. И вот в зале объявили, что победил Вильербан, а нам по каналам телесвязи сообщили, что победил Пуартес. Счет-то матча называют один и тот же, 94-92. Но, во всяком случае, понятно, что вот это вот, какие команды были 3 худших, а какие 3 лучших, сейчас не важно. Борьба идет очень и очень серьезно. Безусловно, взять хотя бы другую подгруппу, где выступают московские армейцы, которые сегодня встречаются со своим извечным соперником, греческим Олимпиакосом, там, в Греции, в Афинах, в Пирее. И... естественно, там тоже, казалось бы, армейцы вошли в тройку в своей подгруппе. Соответственно, они должны играть со слабейшими соперниками. Но разве Олимпиакос можно назвать слабейшим? Ни в коем случае. Точен первый штрафной бросок. И счет становится равным. 39-39. А у Алвертиса еще один штрафной забросок в запасе. И я думаю, он будет точен так же. Да, и Панатинаикос выходит вперед. И впервые покидает площадку в составе греческого клуба Фрагискос Алвертис. Кох вместо него на площадке под 6-м номером. А единственный, кто не отдыхал у Панатинаикоса, это Динкинс, а в Динамо это Милещенко. Так 2 разыгрывающих и играют друг против друга. Очень здорово Паша Астахов сейчас выполнил разворот на 180 градусов, обыграв защитника. Очень четко и надежно, я бы сказал, он сейчас действовал.
Вот так и надо. Во всяком случае, не упускать, что называется, свои возможности, когда предоставляется такой шанс, четко их реализовывать, и тогда можно будет на равных сражаться с Панатинаикосом. Да и побеждать, конечно. У Олега Милещенко это первое персональное замечание. И он не фалил руками и даже пытался, вы видите, как Жих показал, толчок рукой, но толкался-то Олег бедром. А мы видим, что Динкинс действительно серьезно прихмарамывает. Он сейчас будет исполнять штрафные броски, но что-то с ним явно не в порядке. Вот так Милещенко даже подбодрил слегка. За минуту 23 секунды до конца первого тайма. Первый бросок к ликованию трибун, но я думаю, что и к маленькой радости нас с вами, не точен. Вообще для ветерана это странно. То, что он не нервничает, это понятно. Молодец, Олег Милещенко средний отскок забрал. А вот не разобрались Астахов с Ольбрихтом, кому открыться на получение мяча. Можно обыгрывать Амаечи с дриблингом. Молодец, Максим. Долго. Долго, но все-таки в результате фол получает игрок Панатинаикоса. Почему я сказал, можно обыгрывать? Потому что Максим быстрее, чем Амаечи. Это абсолютно точно, это заметно, сразу бросается в глаза. И нужно использовать преимущество в скорости. Два высокорослых и тяжеловесных центровых на площадке у греков. Кроме Амаечи, под 13-м номером еще играет и Ферран Мартинес. Ветеран испанского баскетбола. Может быть, еще и этим летом, летом 97-го года, Мартинеса мы увидим в составе сборной Испании на чемпионате мира на чемпионате Европы в Барселоне. На Евробаскете. Максим Астанин очень ровно в целом и полезно проведший весь первый тайм, покидает площадку, а ему на смену пришел Руслан Байдаков. Надо сказать, что Максим только что точно реализовал два штрафных броска, что позволило Динамо оторваться уже на 3 очка от Панатинаикоса. Последняя минута пошла первого тайма. 43-40. Впереди московские динамовцы и Панатинаикос в атаке. Легкий состав у динамовцев против тяжелого состава у Панатинаикоса. Тяжело Соловьеву и Байдакову против Амаечи. И дальний бросок Динкинса достигает цели. Паша Астахов был разорван. Он сначала пошел в трехсекундную зону своим помогать. И поэтому не успел вернуться к Динкинсу. Тут ничего не сделаешь. Этот бросок сравнивает счет. 43-43. Очень важная атака сейчас в распоряжении московских динамовцев. Под занавес первого тайма. Не торопились бы на владение мячом 12 секунд. Но и до конца тайма всего 15. Байдаков увидел это. Бросать не стал. Молодец. Можно подержать еще мяч пару секунд. Ольбрихт обманывает Динкинса. Дальний бросок. Точный дальний бросок в исполнении Андрея Ольбрихта. Пацаны с первого тайма. И динамовцы выходят вперед. 46-43. Московская Динамо с таким счетом выигрывает у греческого Панатинаикоса после первого тайма матча второго этапа баскетбольной Евролиги. А сейчас перерыв. На телеканале ТВ6 Москва продолжается большой баскетбол. Матч второго этапа баскетбольной Евролиги Динамо Москва Панатинаикос Греция. После первого тайма счет 46-43 впереди московские динамовцы. Но вот греческим баскетболистам уже удалось сократить этот разрыв. Он минимален, он на ваших экранах. 46-45, таково преимущество сейчас бело-голубых. А в атаке греческий Панатинаикос. Сегодня об этой игре для вас рассказываю. Внимание, перехват Виталия Носова. Ну, может быть, пас нужно отдать. Да, великолепно. И 2 очка. Сегодня об этой игре для вас рассказывает комментатор телеканала ТВ6 Москва Алексей Ефимов и мой коллега, многоуважаемый коллега Владимир Гомельский. Алвертис отвечает средним броском, не точно. Так обидно вот такие глупые потери совершать. Астанин выиграл борьбу на своем щите и отдал мяч точно в грудь Амаечи. А Амаечи наказывает за эти ошибки. 51-49. Динамовцы впереди. Сыграли чуть больше 2 минут в этом тайме. Во втором тайме матча Динамо Москва Панатинаикос. И сейчас Динамо в атаке. Вот сейчас Алвертис точно фалил. Он ведь не дал поднять руку Носову, а другой рукой сам поймал этот мяч. Хорошо, что Динкинс ошибся в ответную атаку. Честно говоря, в начале второго тайма игра носит несколько сумбурный характер и изобилует ошибками как с той, так и с другой стороны.
Ну что же, я думаю, что некое нервное напряжение чувствуется и в действиях московских динамовцев, которые под занавес первого тайма поймали свою игру, перехватили инициативу, переломили ход борьбы и вышли вперед. Виталий Носов, конечно же, подберет этот мяч и пас на Мелещенко. А разнервничался и Панатинаикос, который уверенно держал нити игры в своих руках практически весь первый тайм и лишь под занавес вдруг так сдал. По мнению, в всяком случае, Мажидара Малковича сдал, по нашему мнению, динамовцы прибавили. И сейчас 51-49, динамовцы впереди. Мне кажется, что вот то, что у Малковича по сравнению с прошлым годом практически совершенно другая команда, только Эконому и Алвертис остались с того чемпионского состава прошлого 96-го года апреля. И то, что сейчас добавился Нвосу, в команде еще нет тактической сыгранности. Мне, конечно, рано делать какие-то выводы. Мне кажется, Панатинаикос по своему составу может очень и очень еще прибавить в игре. Ну, недаром мы их всех считаем фаворитами этого турнира Евролиги в этом сезоне. Но с динамовцами они нарвались, во-первых, на команду с характером, с волей к победе и с умением. Через руку атаковал Паша Астахов. И блестяще сыграл есть под кольцом точные два, защита на 2 очка и будет пробит фол. Что же, эта комбинация московских динамовцев нарушила комедию ошибок в начале второго тайма. И сейчас на площадке у Панатинаикоса появляется Джулиус Нвосу, который меняет 15-й номер Панатинаикоса Джона Амаечи. И Михаил Соловьев вместо Виталия Носова в игре. Почти 4 минуты сыграно во втором тайме. 53-49, динамовцы впереди. И сейчас на точке пробития штрафных очков Максим Останин. Он использует свой шанс. И динамовцы впереди уже с разрывом в 5 очков. А Динкинс определяет номер комбинации Панатинаикоса на эту очередную атаку греческого клуба. Кстати, плюс 5 – это самое большое преимущество динамовцев в этой встрече. В начале первого тайма было только плюс 4. Динкинс из-за трехочковой линии не точно. Очень напугал его, по-моему, своим псевдо-таким активным выпадом Павел Астахов. Может быть, дрогнула чуть-чуть рука в самый последний момент. Два очень точных, очень важных трехочковых в первом тайме провел Динкинс. А вот сейчас сплоховал. Динкинсу вновь есть возможность для атаки. Но Носов бы, наверное, этот мяч достал, а Соловьеву не хватило роста и прыгучести. 54-51, и в атаке динамовцы. Причем мне хочется отметить активность всех 5 игроков, находящихся на площадке. Останин обыгрывает Нвосу. Мяч до кольца не доносит, но выигрывает подбор. Вот что значит борец. Вот что значит борец, вот что значит настрой на игру, вот что значит воля к победе. Та самая пресловутая, может быть, уже такой избитый и любимый всеми литературный штамп, но как много он значит в такой важной игре. Здорово сейчас действовал Максим. Двосу с мячом, пас на Динкинса обратно. Кстати, Максим Останин сейчас становится самым результативным в составе обеих команд. 16 очков уже набрал. Динкинс промахнулся, Грачев и Соловьев вдвоем выигрывают. Быстрый прорыв. Молодец Мелещенко, но как вот он сразу бросился вперед, не посмотрев, что его уже опекает плотно Кох. Соловьев против Алвертиса. Грачев издали, не точно. Динкинс победил Астахова сейчас, и прыгать ему для этого не пришлось. Подобрал мячик. Один в углу Алвертис и бросает через руку Грачева. Неужели фол? Фол. Игорь на него приземлился. Бросок уже прошел, но в движении в этом вперед на бросающего, атакующего соперника. Игорь упал на него. Это 4-е персональное замечание у Грачева. Обидно. Не случайно Руслан Байдаков сейчас появится в игре у московских динамовцев, а Панатинаикос взял минутный перерыв. Что же, если состав греческого суперклуба изменился практически полностью после сезона 95-96, после победы в финале 4 в Париже, который показывал телеканал ТВ6 Москва, то динамовцев перемены в составе подстерегают буквально по пятам. Как известно, сейчас из-за известных всем финансовых проблем у этой команды ее покинули уже Ильшат Гадашев, который, по слухам, прекратил выступление в большом баскетболе и занялся бизнесом. А Шакулин сейчас тренируется с ЦСКА и, возможно, будет выступать за эту команду с начала второго этапа этого сезона. Впрочем, как известно, путь в Евролигу в этом сезоне ему уже заказан, и он сможет принимать участие лишь в играх внутрироссийского чемпионата. Ну, заказан за любую другую команду, кроме «Динамо». Может Безусловно. Быть, Дмитрий изменит свое решение и вернется в клуб.
ничего еще не известно, ни за одну другую команду он не провел ни одной минуты на площадке. Безусловно. Во всяком случае, его очень не хватает динамовцам, это безусловно. И тем не менее, отдадим должное тем ребятам, которые сейчас защищают цвета родного клуба. Они действуют сегодня очень здорово. И пока «Динамо» впереди, 56-51, а «Алвертис» пробивает штрафные, первый точен. Я хочу еще напомнить любителям баскетбола, что в прошлом году в составе Панатинаикоса играл Доминик Уилкинс. И у него был двухлетний контракт, то есть должен был бы играть и в этом сезоне, но он не доиграл даже до конца, до финала чемпионата Греции. В мае вернулся и был очень недоволен отношением клуба к нему. А этот сезон и чемпионат Греции, и игры Евролиги в составе ПАО выходил Джон Сайли. Ну и он тоже не выдержал долгого периода в Греции. Он вернулся в США, правда, играет сейчас в НБА за команду Майами Хит. Полновосу. Острую передачу отдавал Павел Астахов на Соловьева, и Джулиус Нвосу вмешался в развитие этой атаки, но с нарушением правил. Второй фол Нвосу. 13 минут и 59 секунд осталось сыграть командам во втором тайме. С мячом Мелещенко. Динамовцы впереди, 56-54, и они атакуют. Павла Астахова не получился бросок. А сейчас фол у Соловьева. Он спалил уже на Нвосу в свою очередь. И все равно команда играет очень корректно. Сыграно 6 минут 10 секунд. Во втором тайме 3 командных фола у греков и 2 у динамовцев. Алвертис с мячом. Динкинс получил 2 заслона подряд. Открылся, но Астахов рядом. Теперь Кох, который вот в этой встрече совершенно не показывает то, к чему мы привыкли. Свои точные дальние броски. Промах Алвертиса и с мячом Мелещенко. Можно было отдать мяч Останину чуть раньше. Ну что ж, теперь точно уже идет не быстрая, а позиционная атака. Мелещенко пытается обыграть Алвертиса. В углу находит Байдакова. Нет. Хорошо этот мяч обработал Мелещенко. И здорово закрутил его в кольцо. 58-54, таков счет в этом матче за 13 минут до конца второго тайма. Хочется отметить не очень высокую результативность первой половины второго тайма, безусловно. Вы посмотрите. И хочется отметить то, что, смотрите, динамовцы не сдаются. Динамовцы ведут и продолжают на равных сражаться с греческим суперклубом и даже превосходят его. Очень хочется отметить нацеленность динамовцев на борьбу в любом эпизоде. Пусть не все получается, это баскетбол, это игра. Нет такой игры, когда бы у команды получалось абсолютно все. Но то, что сейчас динамовцы вчетвером сражались под своим щитом, не очень умело некоторые, в результате чего Маечи получил право на пробитие 2 штрафных. Но все-таки вчетвером никто не был зрителем. Зрителем на площадке из тех, кто находится на ней в составе динамовского клуба. А Маечи забил только 1 из 2, 55-58. Греки отстают на 3 очка. И Максим Останин в позиции центра. Уж больно у него пассивная сейчас была позиция. Он даже не пытался Маечи обыграть. Очень плотно держали сейчас Павла Астахова. Но он все-таки нашел своего партнера и мог завершить Останин эту атаку. А завершает ее Соловьев. И кажется, с фолом. Настораживает лишь то, что и сами динамовцы во втором тайме уже набрали немало фолов по сравнению со статистикой первого тайма. Третий фол получает в результате этой результативной атаки Миша Соловьева Алвертис. Вот посмотрите, дважды, я считаю, и внизу, и потом вверху Алвертис фолил. А Соловьев забил таки. 3 очка в одной атаке он принес своей команде. В результате 61-55. Плюс 6 в пользу динамовцев. Играть еще 12 минут и 15 секунд во втором тайме. Хорошая игра. Я имею в виду, хорошая игра для нас. Динамовцы показывают баскетбол, который может привести их к победе в этом матче. Очень жаль, но именно от рук Максима Останина мяч сейчас покинул площадку. И греческий клуб продолжит атаку. У Панатинаикоса замена. 11 номер на площадке — Угас Каначини. Вместо Коха. Михаила Коха. Ну, я считаю, что вот Кох, когда он играл за Байер из Ливеркузена, он там был лидер по результативности за сборную Германии, блестяще бросает. Что-то у него в этой игре просто не получилось, и недовольство Малковича вполне объяснимо. Но Восу со средней дистанции не точно, а Мелещенко-то уже был один на половине поля соперников. Паша Астахов, к сожалению, эту передачу отдать не сумел.
Байдаков. Руслан Байдаков. Против Нвосу можно было попытаться обыграть. Хорошо сейчас бы использовать эту атаку после того, как неудачно атаковал кольцо Джулиус Нвосу. И хочет заметить, что и в ЦСКА он иногда грешил тем, что не всегда попадал со средней дистанции вот так. Ну а сейчас все внимание на судью, какое решение он принял. Фол Динкинсу, это было понятно. Динкинс ногами затормозил. Практически подножка была. И у Динкинса это четвертое персональное замечание. Вообще у греков больше фолов, это радует. И вот первый раз выходит на площадку под пятым номером Джон Георгакопулос. Тяжелая фамилия для произнесения. Но это практически третий и последний грек в составе греческого клуба. Ну, судя по тому, как он топает ногами, настроен весьма решительно. Сейчас нужно привести в порядок площадку под щитом Панатинаикоса. Один из арбитров матча на ваших экранах. Хочется напомнить, что технический комиссар сегодняшней встречи Сильвестр Сечи. Старший судья матча Вислав Зых из Польши. Динамовцы успешно завершают эту атаку. Максим Останин 2 очка приносит своей команде. Счет 63-55. Трехочковый бросок в исполнении Максима. Он очень здорово проводит эту игру. Ну вот, Сканачини и Георгакопулос — это пара, которая является второй, и очень редко они вместе играют в составе греческого клуба. Но Динкинсу нужно было дать отдохнуть, я понимаю, Малковича. А вот то, что не играет Кох, не так играет, как мог бы, ставит греков тяжелое положение сегодня. Тем более, что у Нвоса броски явно не пошли. Он второй подарок уже сделал московским динамовцам. За 10 минут 50 секунд до конца второго тайма. Хватило бы сил у Олега Мелещенко вот так вот довести игру до конца, как он сейчас играет. Байдакова вывели в углу площадки на бросок. Никого не было рядом. К сожалению, Руслан промахнулся. А Сканачини не стал атаковать сразу. Он доверил это право Алвертису. Паша Астахов сфолил, это его второй фол. Алвертис будет пробивать штрафные броски. Он в своем клубе уже самый результативный и может набрать еще 2 очка. Пожалуй, правильное решение сейчас принял Астахов, потому что, безусловно, 2 очка принес бы своей команде Алвертис в этой атаке, но вот так с нарушением правил пришлось его остановить. Очень точен сегодня и в пробитии штрафных Алвертис, но все-таки лучше пусть будет маленькая пауза, лучше пусть динамовцы немного придут в себя. А мы еще посмотрим, сможет ли Алвертис и на этот раз также точно пробить штрафные. Эту паузу тренер динамовца Сергей Зазулин использовал для двойной замены. Вместо Астахова на площадке появился Андрей Ольбрих под седьмым номером. И с четырьмя фолами вернулся Игорь Грачев. Байдаков все-таки форму не набрал, травма сказывается. А Грачеву нужно поберечь себя. И когда игрок начинает беречь себя в обороне, это не здорово сказывается на игре всей команды. А греки поставили зону 2-3. Очень активно играют Сканачини и Георгакопулос. Однако момент для атаки все-таки динамовцы нашли. К сожалению, Останин промахнулся. Только бы не упустить сейчас инициативу. Ведь только бы вот не посыпалось, что называется, команда Москвы. Что только бы динамовцы сейчас не потеряли свою игру. Очень удачно действовал сейчас Грачев на перехвате. 10 очков всего на 10 секунд на атаку у греческой команды. 6 очков. 4. А Маечи атакует. Вот так всегда бывает, когда игрок понимает, что ничего не остается, кроме как бросать, он выполняет на автомате эти движения. И Амаечи очень сложный бросок сейчас забил с разворотом на 180 градусов. Класс есть класс. Ольбрихт в углу площадки, а на кольцо даже не посмотрел. Точка-то его. И последний бросок в первом тайме Ольбрихт забил очень уверенно. А вот Максим Останин второй раз подряд мажет издали. Андрей, Ольбрихт. Точно. Точно. Хорошая Было очень досадно Андрея. Наблюдать несколько из хороших положений, из хороших возможностей, неточные броски в исполнении баскетболистов московского «Динамо». И тем отраднее, что Ольбрихт сейчас не промахнулся. Это очень здорово, что Андрей так помогает сейчас своей команде. И динамовцы сохраняют преимущество матча 66-59. Они впереди. Опять Грачев потерял Алвертиса, и тот наказал его с дистанции 2,5 метра. А помочь-то сейчас Грачеву обязан был Соловьев, вот так по баскетбольным понятиям, в личной защите при таком заслоне, слепом, должен хоть на какое-то, хоть на секунду помочь своему товарищу по команде центровой. Соловьев в трехсекундной зоне вернул мяч Грачеву, и следует точный трехочковый бросок.
69-61. Динамовцы впереди. И вновь Панатинайкосу приходится догонять своих визави. Я уверен, что Божидар Малкович ожидал вовсе не такого развития событий во втором тайме. А сейчас 18 секунд на атаку у Панатинайкоса. Фол. Опять свалил Соловьев, но уже была готова двойная замена. Носов вместо Соловьева. У Михаила, кстати, четвертый фол. А вместо кого Байдаков, вместо Максима Останина возвращается на площадку. Но пусть даже так, вот, давая короткие отрезки для отдыха по очереди Грачеву, Останину и Астахову, Байдаков уже помогает команде. Занервничали греки сейчас. 8 минут 17 секунд до конца второго тайма. 69-61, пока впереди московские динамовцы. Очень интересную замену сейчас провел Малкович. На площадке вместо Алвертиса появился Ков. То есть три маленьких защитника в греческом клубе, наверное, они будут прессинговать или еще более активную зонную защиту предложат динамовцам. Сейчас посмотрим. Сканачи неуверенно реализовал оба штрафных броска. 6 очков преимущества динамовцев, 69-63. Да, зона по-прежнему 2-3. Но в углу площадки теперь Сканачини. И он отвечает за Ольбрихта. Очень здорово помогает голосом своим партнерам Амаечи. Очень. Его голос слышен, командный. Но вот Ольбрихт все-таки имеет возможность забросить два очка. Блестяще действует Андрей сейчас. Блестяще. Терпеливо. Очень терпеливо. Бросить не удалось. Тогда я пройду и забью. Посмотрите, как он это сделал. Через руки Амаечи хороший. На чувство бросок кончиками пальцев. Сканачини. Поторопился, я считаю. А Носов показывает, кто хозяин под щитами. В углу Ольбрихт. И есть терпение. И вновь Андрею дают возможность завершать атаку. Но он считает, что у него еще не возникла эта ситуация. А вот Грачев мог бы и бросить. Успокоились. Байдаков. И вот теперь Ольбрихт, но очень издалека. Это где-то на метр дальше, чем он бросает обычно. Поэтому и промах. Георга Кополус на Коха. И атака не получилась. Каначини бросать боится. То есть сейчас будут греческие баскетболисты в атаке искать и Канаму, или Амаечи. Посмотрим. Ну вот до Амаечи мяч дошел. И мяч перехватывает Милещенко. Контратака должна получиться. Ну, конечно, фол был и в первом случае. Безусловно. Фолом атаковал Грачев. Если нам на повторе удастся это увидеть. Свалили то... оба. Да. Но только во второй раз арбитр из Словакии определил. Вот развитие этой атаки. Милещенко дает остроумнейшую передачу о пол. И вот посмотрите, по руке и по голове Сканачини, а потом уже чисто по руке Георга Кополус. 6 минут 44 секунды до конца второго тайма. 71-63, динамовцы впереди. И сейчас на точке пробития Руслан Байдаков. Штрафных бросков, которые сейчас очень важны и нужны для московской команды. Жалко, что все-таки бьет Руслан. Грачева с исполнением штрафных получше, поувереннее. Поблагодарил за точный бросок партнера Максим Останин. Он вместо Грачева появился на площадке. А вот здесь вы сейчас не видите, затеял разговор с арбитром Виталий Носов. Это лишнее. Жих человек мстительный, он спокойненько может найти где-то Носова с фолом. Только один точный штрафной бросок получился у Руслана, к сожалению. Отрадно, но позволю себе заметить, что во втором тайме динамовцы стремятся использовать все 30 секунд, отведенные им для атаки. Меньше авантюрных атак стало в их исполнении. А вот, видите, нервничают греки и от того ошибаются. Я думаю, исключительно от этого. Но время... Это молодой Сканачини отдал передачу, которую Фернандес никогда не ловил в жизни. Ему нужно давать навесную передачу или из рук в руки перекладывать мяч. У него по-прежнему плохая ловля мяча, плохая координация движений. Он и в баскетбол-то играет, потому что у него 2-16. И тут Сканачини не виноват. Вообще в баскетболе говорят, что виноват дающий. Вот он отдавал передачу, он ошибся. Хорошо, динамовцам это на руку. Мне кажется, можно было уже отдать передачу и Носову на штрафную. 6 секунд на атаку у динамовцев сейчас. И Байдаков через руки и Канаму. Не точно. Подобрать не получилось, к сожалению. И сейчас, конечно же, 2 очка. Панатинайкос 2 очка набирает и сокращает разрыв в счете. Несогласованность в этой атаке была между Останиным и Носовым в предыдущей атаке у динамовцев. И вот результат.
Мне кажется, что сейчас можно было бы вернуть еще одного игрока задней линии, Павла Астахова, на площадку. Пока готовится вступить в игру только Игорь Грачев, а мяч у Милищенко. И 9 секунд на атаку у московских «Динамотов». Виталий. Фол, причем я бы сказал, фол умышленный. То, что Сконачини Носова накрыть не может, это понятно. Он на 18 сантиметров ниже ростом. Вы оказались абсолютно правы, Владимир. И Павел Астахов вместо Ольбрихта появляется на площадке. А Грачев пока в игру не вступает. Нет, вместо Байдакова идет и он. А мы сейчас затаим дыхание и понаблюдаем за тем, как справиться со штрафными бросками Виталий Носов. Именно справиться, потому что, увы, это не лучший компонент его игры. Но одно то, что на нем сфалил Сконачини, и этот фол уже 7-й. Браво, Виталий! Вот сейчас уже начинаешь действительно болеть, потому что осталось 5 минут 29 секунд. И видно, что у динамовцев есть чем победить в этой встрече. Каждое очко на вес золота. Ну и с 2-1 это уже здорово для Носова. Безусловно. 73-65. Впереди московские динамовцы. Когда Фернандес уходит так далеко в угол, за ним не нужно даже ходить. Можно... Кох, по-моему, угрожал атакой. Промахнулся Фернандес сейчас. И это благодаря игре Олега Милещенко он промахнулся. Молодец, Олег успел постраховать Носова. Правильно, правильно. Пас на Астахова, обратно. Нет, вновь нужно встать в расстановку. Мы, затаив дыхание, наблюдали за атакой в исполнении Грачева. Она неудачна, но мяч остается у динамовцев. И, пожалуй, сейчас это главное. 4 минуты 40 секунд до конца второго тайма. Трибуна поддерживает динамовцев. Долго ждали ребята передачу эту, вот, чтобы отдать Останину. Второй раз подбираем мяч на чужом щите. Сначала Носов, теперь Грачев. Блестяще. Время-то на нас работает. Грачев. Останин в углу площадки. Хорошая зона у греков. И тем не менее, наши находят возможность для атаки. Это 2 очка и фол. Что-то просто сейчас посмотрите. Вот это спортивное, наверное, маленькое спортивное счастье сейчас мы видели. Посмотрите еще раз повтор этой атаки. Очень, ну, практически горизонтальный трехочковый бросок наносил Олег Милещенко, да? И вот сейчас подобрал мяч сразу же Максим Останин. 2 очка точно и на нем спалили. Это 8-е командное замечание у Панатинаикоса. Сконачини по-прежнему остается на площадке. И Динкинс, и... Динкинс вернулся, Кох сел. Вместо Коха вышел Динкинс. Вышел и Канаму. Ну, из стартового состава на площадке два всего игрока. Нелегко приходится Малковичу. И это большая заслуга нашего тренера Зазулина и прекрасной игры московских динамовцев. Теперь бы удержать это преимущество в 11 очков. 76-65. Я попробую сделать прогноз, нас ждет очень интересная концовка этого поединка. Смотрите, Фернандес, трехочковый бросок. Тут мы который раз, это Мартинес, я начал. Простите. Ферран Мартинес. Ферран Мартинес сейчас трехочковым броском удачно атаковал корзину московских динамовцев. С мячом Милещенко. Динкинс в защите сыграл просто здорово сейчас. Милещенко искал этот фол, который в предыдущий раз сделал Динкинс, и не дождался его. Не засчитывается этот мяч, потому что Носов свалил, когда Мартинес был еще на полу, еще до прыжка. Вся скамейка штрафных Панатинаикоса сейчас на ногах. Все протестуют, все возражают, все как бы возмущены. Нормальная психологическая атака на арбитров под занавес этой интереснейшей встречи. 3 минуты 34 секунды до конца второго тайма. 76-68, по-прежнему динамовцы впереди. Но если этот мяч не засчитан, то значит сбоку. Да. Это 6-е командное замечание у «Динамо», и поэтому мяч выносится из-за лицевой. Алвертис бросает трехочковый мяч. 3 очка. Точно. Вот дважды в защите провалились. И прессинг. Я думаю, что сейчас Олегу надо помочь. Он подустал. Динкинс отдыхал. Милещенко не секунды в этой встрече. Личная защита. Зона кончилась. Личная защита. Сфалил Сконачини. Это его 5-е персональное замечание. А Грачеву нужно просто сейчас отключиться, забыть о том, что матч очень важный, успокоиться и точно забить 2 штрафных броска. Вместо Сконачини на площадке появляется Кох. И я напомню, Кох, который получает в $300 тысяч в сезон в составе греческого Панатинаикоса и должен приносить
очки своими дальними бросками, пока на площадке пробегал с нулем. Хорошо, Игорь. Сейчас очень хочется, чтобы очки своей команде принес и Игорь Грачев. Ну, он уже 9 очков набрал. 21 очко у Останина, 15 у Мелещенко, 10 у Грачева. 78-71. Динамовцы впереди за 3 минуты 13 секунд до конца второго тайма этой интереснейшей встречи. Динамо Москва, Панатинаикос. Игра второго этапа баскетбольной Евролиги на телеканале ТВ6 Москва. Я думаю, что концовка матча, повторюсь, будет очень интересной. И давайте насладимся ей и пожелаем динамовцам успеха. Раньше времени чуть не хватило терпения у Паши Астахова. Там уже Байдаков помогал, можно было и не фалить. Тяжелый был бы бросок у Иконому, я не думаю, что он сумел бы забить его. Ну и что показывает Жих? А Жих определяет, что фол был до броска. Это 7-е командное замечание, к сожалению, динамовцев. Но пока греки еще не бросают. Вот в этом случае 2 штрафных. Иконому. Мелещенко находит все силы за получение мяча бороться. Отлично сейчас действовал Максим в защите. Вы посмотрите, накрыл бросок. Но мяч остался у греков. Алвертис его и подобрал с пола. И безупречен Алвертис. Безупречен. Очень тяжело. Такие заслоны ставят Алвертису и Иконому, через которые не пробиться. И вот я говорил, что в одной из атак должен был помочь Останину Соловьев, а сейчас должен был помочь, несомненно, Байдаков. Но он был увлечен опекой своего игрока. Байдаков помог против прессинга. Астахов на Останина. Терпеливо, ребята, подорожите мячом. Хотя, конечно, против личной защиты, тем более такой агрессивной, можно попытаться обыграть один на один. Будет ли это делать Мелещенко? Нет. Передача Максиму Астанину. А на атаку осталось всего 6 секунд. Мяч завис в воздухе. Иконому сфалил на Носове. Жалко, что Носову нужно будет пробивать 2 штрафных. Но у Иконому это всего-навсего 3-е персональное замечание. Увы. Хотелось сказать 4-е. 2 минуты 6 секунд до конца второго тайма. Сейчас будут пробивать штрафные броски московские динамовцы. Мяч у Виталия Носова. Траектории не хватило в этот раз. Среди зрителей несколько сразу крикнули Виталику: спокойно, спокойно, Виталик. Нет, оба раза не забил. И мяч достался Динкинсу. За 2 минуты ровно до конца Динкинс просит 3-ю комбинацию. И уходит в позицию центра. Алвертис вновь из-за 3-очковой линии. Выиграл. Байдаков выиграл этот подбор. 3 против 1. Очень четко, очень грамотно, очень чисто сейчас действовали в этой контратаке московские динамовцы. Сделали то, что и должны были сделать в принципе. Но как важно было это сделать правильно и точно, и не ошибиться сейчас. Может быть, несколько и поздно отдал передачу Носов. Я прошу прощения, Мелещенко. Носов упустил Мартинеса. Минута 25 до конца второго тайма. 80-76. Надо помочь. И Байдаков помог второй раз. Алвертис фалил. И Байдаков отлично разливает мяч из-под кольца. А вот его эмоции в адрес судьи. Надо бы попридержать при себе. Судьи тоже люди, в такой концовке они свистеть не будут. А то, что 2 очка в результате мы набрали, это огромный шаг к победе в этом матче. Мне кажется, сейчас самое сложное будет сыграть против греков на периметре в обороне. Ведь если они будут набирать по 2 очка в одной атаке, им уже в этой встрече не отыграться. А вот если по 3, как это делал несколько раз Алвертис, это будет тяжело. Вот эти 2 очка, длиннорукий Байдаков, и здесь перепрыгнул, и перевисел в воздухе Мартинеса. Я могу понять эмоции Руслана все-таки. Действительно, в общем-то, очень грязно действовали против динамовцев греки в этой атаке. Но, тем не менее, динамовцы добились успеха. И 82-76, они впереди за минуту 12 до конца второго тайма. Малкович использовал и второй тайм-аут, а у Зазулина оба тайм-аута еще в резерве. Я думаю, что теперь-то после каждого забитого мяча в наше кольцо Сергей будет брать минутные перерывы.
Надо заставить греков подольше повозиться с мячом. Свалил Милещенко. Тактически оправданный фол. Хотя, конечно, жалко, что на атаку всего 6 секунд. Динкинс будет пробивать два штрафных. В первом тайме он не очень уверенно их пробивал. В борьбе на щите бы еще сейчас не уступить в случае промаха Байрона Динкинса. Нету, первый забил уверенно. 82-77. Минуты и 6 секунд. И по расположению греческих игроков на площадке понятно, что от прессинга команда Панатинаикос не отказывается. Астахов будет вводить мяч в игру. Минута 5. Не очень удачная передача, я должен сказать. Нужно помочь. Ай-яй-яй-яй-яй. Как сейчас неудачно ввели мяч в игру динамовцы. Но счастье пока на их стороне. Руслан! Забей! Забей, забей! Да, есть два очка! 84-78 впереди московские динамовцы. Божидар Малкович уже... 45 секунд осталось до конца этой встречи. Уже не знает, что поделать. Он только обреченно разводит руками, но игра еще не закончена. Байдаков свалил на Амаечи и соглашается с этим. И правильно свалил. Но мне кажется, что у динамовцев сейчас не лучший вариант... Ну, в случае, если Маечи забьет мяч, не лучший вариант выноса мяча из-за лицевой линии. Астахов чувствует себя явно неуверенно. Я думаю, что с этой ролью лучше бы сейчас справился Максим Останин. Но это дело тренера решать. Вот такие тонкости, нюансы на площадке определяет он. А Маечи точно пробил первый штрафной. 5 очков преимущества динамовцев. 4. Вновь Астахов выводит мяч из-за лицевой линии. Надежно, надежно нужно сейчас сыграть. Да, трое против одного. Макс Останин задержал развитие атаки, и, может быть, он прав. Нет, мяч не засчитан. Хотя все было здорово, казалось бы, внешне здорово все сделали московские динамовцы. И все же свисток судьи был раньше. Алвертис получил четвертый фол в этой атаке. Абсолютно правильно он действовал сейчас. Конечно же, так и надо было. Палить надо было, безусловно, для того, чтобы остановить время, для того, чтобы искать счастье в мутной воде неточного пробития штрафных очков. Но Павел Астахов точен. Первый штрафной бросок Астахова точен. Вновь 5 очков, и я хочу сказать, что динамовцы... Нет, не забил, Паш. Забил! Забил! Плюс 6. 24 секунды до конца. И здесь верное решение. Пусть лучше Алвертис пробивает два штрафных, чем бросает трехочковый мяч. Только бы не дали умышленный в таких случаях. Игровой момент. Ну, пропустил сзади, по руке чуть-чуть задел. В общем, в этом случае можно сказать, что свисток-то был в пользу команды «Динамо». Безусловно. Посмотрите еще раз. Вот. «27 очков набрал в этой игре уже Алвертис. Он самый результативный и в своей команде, и вообще в составе обеих команд. Но я думаю, что этот матч в актив Божидара Малковича и греческого Панатинаикоса никак отнести нельзя. Можно не бросать по кольцу. Можно и бросать. И это делает Павел Астахов, завершая блестящую комбинацию московских динамовцев. 8 секунд до конца встречи. Я уже могу с уверенностью так сказать. Еще атака Панатинаикоса, еще подбор Виталия Носова. И еще раз Носов будет бросать два фола. Но на этот раз уже можно и успокаиваться, и не успокаиваться. Динамовцы добились победы в этой важной встрече. Я не говорю, что у них появился реальный шанс на выход в 1/8 Евролиги. Но победить лучший клуб Европы прошлого года у себя на площадке, победить уверенно и красиво, это почетно. Это почетно, это большая радость для нас. Для всех любителей отечественного баскетбола. Стоя, болельщики московского «Динамо» приветствуют успех своей команды. Что же, будем считать, что для вас, дорогие любители спорта, это еще один маленький новогодний подарок в исполнении команды «Баскетбольный клуб Московское «Динамо». И телеканала ТВ-6. Спасибо, Володя. Я еще раз напоминаю вам, дорогие друзья, что сегодня об этой игре для вас рассказывали. Внимание! Динамовцы победили 88-81. Победили первый клуб в Европе, греческий Панатинаикос. Сегодня для вас эту игру комментировали Владимир Гомельский и комментатор телеканала ТВ-6 Москва Алексей Ефимов.
Спасибо вам, дорогие друзья, за то, что вы сегодня сопереживали вместе с нами эту великолепную игру. Спасибо динамовцам за прекрасную игру и за победу. До новых встреч в эфире. До свидания. Всего вам доброго.